Всем привет, дорогие друзья! Произошел очень-очень неприятный косяк при записи очередной части. В общем, получилось так, или не получилось так, называйте как хотите. Ну, в общем, запись почему-то не пошла, когда я ее включил, и 40 минут летсплея просто пошло по пизде. Так как в Diablo есть очень удобная функция переписывания предыдущего сейва, то есть я вот сохраняюсь, нажимаю записать, потом прохожу три шага, например, нажимаю еще раз записать, и тот шаг, который я сделал до этого, он пропадает, то есть сохраняется только последний. Это очень удобно все, конечно, но так получилось, что 40 минут из жизни нашей героини выпало. Грустно это, конечно, потому что мимо вас, дорогие зрители, прошел один уровень ада, где мы победили одного из предводителей темных рыцарей. И вообще это был веселый уровень, там были ебаные плюющиеся собаки мои, нелюбимые, и рыцари. Был веселый уровень, но на уровне, на котором я сейчас нахожусь, не менее весело. И в этом вы сейчас убедитесь. Так давайте уничтожим тут всех и... И вот. Турум-пум-пум. Так. На чем я тут остановился? Тут очень удобно... расположены... Да, вот эти граждане, они очень легко убиваются, если вы, конечно, лучник, а не воин. Я, знаете, кстати, о чем подумал? О том, что нужно поменьше нажимать на цифры, потому что у меня кнопки записи находятся как раз удачно на циферблате. Конечно, вы можете сказать, а не проще ли перенести кнопки записи на другие клавиши? Нет, блядь, не проще, не надо умничать. Я просто, наверное, постараюсь по минимуму нажимать кнопку записи. Но тут, блядь, палка о двух концах. Тут такая жесть началась, что... Ой, ёбана. Фак. Такая жесть началась, что записываться просто почти жизненно необходимо. Вот, но... Но есть риск того, что опять произойдет лажа. Произойдет лажа, и это, конечно, очень печально. Вы можете видеть, что я сменил доблесть Аркена и шлем Арлекина. Потому что они круче, чем мои предыдущие доспехи. Хочется верить, что они мне помогут. Ой. Что-то здоровья уже мало. Отправимся-ка мы в город. Слушайте, все шло хорошо, и вот такая хуетень случилась под конец. Это очень обидно. Я искал предыдущие сейвы, была надежда, но... честно говоря, это... неприятно, в общем-то. Мой, стой и послушай меня. Так ложануться, а? Я так и не понял, как это произошло. Я так и не понял. Плюс 23 к силе. Нихуя себе, вот что поможет мне надеть вот этот доспех. Оп, да, сука, фак, Значит, 42 броня... Ой. Оно вроде бы 16 к ловкости, но здесь 42... Здесь 42. 42 броня. Ох.
О май гад. У меня бесконечный иммунитет к огню теперь, что, в общем-то, наверное, поможет в борьбе с Диабло. А может и нет. Блин, даже не знаю, слушайте. Иммунитет огню. 33-38. Ну, блин, по-моему, надо оставлять. Ну, сделаю как и с предыдущим доспехом, который здесь валялся, я его выкину просто. Воу-воу-воу-воу-воу, Хэллоуин наступил раньше, чем я ожидал. Смотрите, как выглядит наша героиня. Fuck yeah. Теперь она по-настоящему возбуждает. И ноги у нее закрыты. Ничего не беспокоит вас? Меня беспокоит, блядь, Пиппин. Дай мне зелье от ебанутого, блядь, ебанутых сбоев. Бандикама, нахуй. Это все он по-любому, блядь. Сатанинская программа, блядь. Ну, отлично. Места в инвентаре у меня почти не осталось, но... Но это не беда. Мне кажется, доблесть Аркена можно продавать. А это все мы используем на врагах. И что же вам от меня нужно? Так, и все. Я сейчас иду просто, я не могу, я напряжен, потому что думаю, что опять запись не идет. Сейчас, секунду, мы это проверим. Ну не, вроде идет. 7-я минута пошла. Фух, как же не хочется снова повторить этот путь. О, снова здорово. Эликсир магии. Так, ну вот прибавляет магию, я так понимаю. Что это дает? Непонятно. Тут у меня один мой друг в комментариях настойчиво мне предлагает прокачать магию и красиво стрелять всеми этими молниями, шарами. Ну что ж, ты, кажись, добился своего, сейчас тебе будет красота. Так, это раз. Это два. О, смотри, даже кого-то убило. Так, ну-ка, блядь, спокойно. Сейчас все будет. Так, чё качать будем? Чё мы будем качать? Блин, мне не видно, сколько у меня текущее. Так, я знаю, что делать. Нужно записаться. Так, еще один пункт. Так, ну-ка, а если ловкость прокачать? Ну, пусть будет так, зато меткость 100%. Больше этого я не понесу. Бахтерец опять, бахтерец попался, вот видите? Вы
У меня какая-то дурацкая метка 100%, когда я с 4 раз один попадаю. Ну, вот так-то лучше. Котел. Так, записываемся. Действиями людей может управлять рок. Металл. А если серьезно, что произошло? Так. Ловкость увеличилась. А уменьшилась чё? Да хуй знает. Ну, что ловкость прибавилась, это хорошо. Я редко доверяю этим всяким фонтанам, да унылым храмам. Но в данном случае я полагаюсь на волю судьбы. И доверяю свою судьбе котлу. Вот такой я распиздяй. О, книга лечения. Это вовремя. Ой, как вас много, ебать тарахтеть. Кстати, я не сказал, но я столкнулся еще с одной проблемой после того, как произошел этот несчастный случай с несохраненным летсплеем. Мало того, что надо мной поиздевался бандикам, хотя это не факт, конечно, это не точно. Поэтому я уж не буду на него наговаривать. Ну, в общем, после этого неприятного события, которое немножко выбило меня из колеи, ну, конечно, обидно, когда вот так происходит. Ну, что делать? Ладно, думаю, жизнь продолжается. Надо записать, проходить с того места, с которого есть возможность проходить. А, хуй там был! Загружаю я сохранение. А игра вылетает! Игра, блядь, вылетает! Я и... делал совмещение там с Windows, не с Windows. И то, и пятое, и десятое. В общем, что я только не делаю. У меня нет места. Создаю новую игру, ну так, ради эксперимента. Все загружается. Загружаю сохранение своей слад. Вылетает. Вот сука, думаю, вот неужели действительно все на этом и закончится? И вы знаете, и было смирился, думаю, ну ладно, не судьба, видимо. Видимо, не судьба. И только я так подумал. Ну, нет, конечно, все хорошо не стало, как только я подумал. Я сделал некоторые манипуляции, а именно, я насоздавал еще пару-тройку персонажей, сохранил, сделал им запись, потом загрузил, а потом вернулся к сохранению своей персонажихи. Вот этой, слад, то бишь. И, вы знаете, все загрузилось. Это чисто все интуитивно было. То есть таким опытным путем я до сих пор не знаю, что там игре не нравилось. Но все хорошо, что хорошо кончается, конечно. Игра пробовала меня поиметь, но я тоже, знаете, не без яиц. И не без мозгов, конечно. Этот уровень мечты, тут... враги не такие уж доебистые. Убиваются, в принципе, легко. В общем, хороший уровень, мне нравится. Это, кстати, уже второй уровень ада.
из ада мы выходили наружу. Но вы этого не увидели, к сожалению. Да, между прочим, уровень с фонтаном я пробовал найти, но, видимо, я ошибся. Вход в него находится отдельный, видимо, на уровне третьем или четвертом храма. Вот, но туда я не вернулся, я искал этот вход, о боже мой, в катакомбах, которые после храма идут. Что было неверно. Но, справедливости ради, надо сказать, что я не нашел также и камня. Я про него уже, по-моему, раз 100 сказал. Лунного камня я не нашел. Не нашел я наковальни, не нашел гриба. Вот это точно, их нет. Их тупо нет, блядь. Так что, извините уж. Не понял я. А я где не прошел? Ну, а где я не прошел? Ты, видимо, здесь, что ли? Вот? Ну да, нам какое-то неизученное пространство. А, ну да, вот оно. Оно рядом же было, а я круги нарезаю. Ну я же охотник за экспой, мне можно. Хоть бы не было тут всяких ебанутых врагов. Я заслужил спокойную концовку. Но они по-любому будут. Если уровень начинается тихо, значит дальше будет полный пиздец. Давай, выходи, кто ты там. Воу, а, не, нормально, это мои друзья, это мои кореша. Мои кореша с магистратуры. Зерцало. Блять, 48 броня. А чё у этой 42? Что за хуйня? Кстати, я уменьшил и звук, и музыку в игре, так что должно не так орать. Ай, ведьма ебаная. Сейчас всех порешаю. Оу! Оу, фак, чуть-чуть не ебануло. Это кто же меня так вздрючить-то пытался, а? Чё-то как-то резко. Это ведьмы, блять, они больно бьют. Их эти звездочки столько здоровья отнимают. Вот она! Ну, умирайте вы прикольно. Этот звук, конечно... Ни с чем не перепутаешь. Так, я этих ведьм знаю как облупленных. Сейчас они будут подходить потихоньку сюда, и мы их будем мочить. А то, будучи в куче, они представляют собой грозную, непобедимую силу, который нормальному человеку так просто не справится. Ох, ну у них буфера, конечно. Как у Алены Водонаевой, блядь. Эй, полегче. Ёбаный по голове. А,
где там портал? Приветствую, друг мой. Стой и послушай меня. Повреждает доспех врага. Топор. И что же вам от меня нужно? Че, попробуем артефакты посмотреть. Лук власти. 3.7 плюс 14 к силе. Не, ну у нас круче лук. Я не помню, он был уже или нет. По-моему, вы его должны были видеть. А может и нет. Блять, я запутался уже. Ничего не беспокоит вас? Броня точности. Да не, продадим, скорее всего, мы ее. Вот что я думаю. То валяется. Фу, блять, опять книга. Блять, я думаю, что как будто говно в руках ношу. Это опять у меня книга. Книги, блять, ненавижу книги. Я как-то неосмотрительно ругаю книги. Сейчас все интеллектуалы подпишутся на меня. Хотя постойте-ка, меня ж не смотрят интеллектуалы. Да, это правда. Суки, бляди, 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 ебаные. Все на грани, все на тоненького. А, там пизда вот эта сидит, все из-за тебя. Все зло от вас, ведьм. Так, ну кажись, с первой волной разобрались. О! Конечно, вот эти ведьмы — это страшная хуйня. Ну, смотрите. Хорошо, что патроны их, блядь, медленно летят. О, блядь, пиздец. Пиздец, 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 сука. Хорошо, что мои стрелы быстрее. Вау, 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 вау. Как же вы, какие же вы... вредные, а. Просто какая-то немыслимая сила у них. Два удара, и у меня почти здоровья нет. И их! Ох, кого-то там стрела попала, я слышу, убил. Убил кого-то.
Опять я в столбы стреляю. Что ж ты будешь делать? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да уйди ты нахуй, блядь. Ну все, короче, жесть началась. Сейчас вместо нормального летсплея будут сплошные матюки. Ёбана в рот. Так, это что за котел? Знаете же, что в здоровом теле... А, эту хуйню мы проходили, там что-то неинтересное. Ну вот, опять все здоровье, как корова языком. Ёбана! Вот это жесть, вот это жесть пошла. Сейчас реально страшно ходить тут, потому что... Повернешь за угол, а там десяток таких вот барышень стоят, и все, и это пизда тебе. Ну, в смысле, мне. Тут, если они подвое или потрое стоят, тут уже дурно становится. Во всех смыслах. Ёба! Так, давай по одному подходи. Давай, не стесняйся. Блять, она в меня попадает, а я в нее нет. Сцена несправедлива. Что в переводе с украинского переводится как «это несправедливо». Да, теперь это все напоминает не беззаботное... игрульки, а театр военных действий. И тактика у меня такая. Бей, блять, и беги! Так, у меня же какие-то заклинания есть там, ну-ка. Инферно. Ну давайте инферно используем. Ну этим пидорам, по-моему, магия это нипочем. Да, шоу интуиция, блять. Угадай, где ты в следующий раз появишься, пидор! В аду! В аду ты появишься. Хуепутало.
Да, тут реально не до разговоров. Ёбана! О, как раз хватило на портал. Замечательно. И что же вам от меня нужно? А, не буду опознавать кожанку. Все равно денег до жопы. Ничего не беспокоит вас? Вот дурачок стоит, в стену стреляет. А все что ли, я всех убил? А шуму-то шуму было, а? Сейчас пойдет моча по трубам. Сейчас всех порешает. Егорник, Георгий, блять. Опаньки, опаньки, эликсир магии. Он мне нахуй не нужен, вот если честно, да, вот. Положа руку на сердце, что называется. Но! На халяву, как говорится, эликсир магии вкусный. Что-то не обратил внимания, этих колдунов уже сколько убил. Ой. Ой-ой-ой. Не, все-таки этот уровень был бы скучным без этих ведьм. Плюс 20 к ловкости, охренеть. Но все равно мой нынешний шлем лучше. Ой, нежданчик. Данчик. Ага, стойка зла. Вот он, посох Лазаря. Ну что, живучесть покачаем, что ли? Ну, сейчас, сейчас, сейчас поймем, что качать. Сука, не пишет, что вот здесь. Так, что изменилось, кроме... Кроме... Опаньки, эффект появился. Хе-хе. Нормально. В смысле, ну, повреждения увеличились. У меня нет места. У меня нет места для этого ебаного квестового предмета, да? Ты это хотел сказать? Юрка Шатунов. Посох мы покажем нашему пожилому другу. Он наверняка что-то скажет о нем. Старому развратнику знакомы такие штучки.
Все это крайне неприятно, ибо тем самым подтверждаются мои дурные предчувствия. Хотя раньше я не верил старым легендам, теперь я не могу их все отрицать. Пришло время мне раскрыть себя. И дальше Каин текст не читает, видимо, стесняется. Я прочитаю за него. «Мое настоящее имя – старейшина Декарт Кейн. И я последний потомок членов древнего богатства, что некогда поклялись охранять секреты этого лабиринта и таящегося в нем вековечного зла. Но сейчас оно вырвалось наружу. Архиепископ Лазарь, некогда один из преданнейших и вернейших советников короля Леорика, повел толпу народа в лабиринт, чтобы отыскать пропавшего принца Альбрехта. Прошло немного времени, но мало кто из них вернулся назад. По крайней мере, живым. Поистине, я стал глупцом на старости лет. Я должен был понять суть этой подлой измены. Должно быть, сам Лазарь похитил Альбрехта и с тех пор прятал его в лабиринте. Правда, мне не совсем ясно, почему архиепископ обратился к козлу, что привело его на этот бесславный путь падения во тьму. Возможно, он одержим каким-то презлым демоном. Так вот, каков был его подлый план. Оставшиеся в живых из той толпы народа, что пропала в лабиринте, говорят о том, как Лазарь, не опасаясь злобных монстров, бежал вниз в мрачные глубины лабиринта. Вы должны поторопиться и спасти принца. Хорошо. Мы вечно кому-то что-то должны. Ага. 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 А где-то открылся портал, кстати. Слышали, да, звук? А я слышал. Блять. Ебать трахтеть. Ага. Портал открылся. Замечательно. Ну чё, сходим? Я хотел уже заканчивать запись. Но хронометраж еще позволяет. Ладно, прошвырнемся, чего уж там. Ой, правда опять этих там ведьм ебаных дохуя. А, ненавижу ведьм. Блин, попасть еще не могу. Да что ж ты будешь делать? Блин, обидно. Обидно-то как. Дрючат ни за что, ни про что. Так, хорошо. Давайте я встану здесь. Уж кого-то я точно замочу. Вот то-то и оно. Обидно, когда стоишь, стреляешь, блядь, в столб, а они... Они попадают в тебя. Привет, девчонки. Егорник, очень приятно. Очень приятно. Егорник Георгиев, до свидания. Всего доброго. О, музыка из подземелий, из храма.
Блять, опять попасть не могу. Добрый день, как вы относитесь к Иисусу? К Иисусу как относитесь? Я понял, это был соцопрос. Оу, вот тут реально вечеринка, я смотрю. Хотя не, вечеринка начнется, когда мы сейчас Лазаря освободим. Книга чего? Злобности? Так, ну окей. Я считаю, что надо бы сходить в город. Хотя, не-не-не. Не будем ходить. Тут и так все понятно. Так, это мы почитали, прочитали одну книжку. Сейчас вторую прочитаем, в такую же хуйню попадем. А дальше что делать, я не помню. Я не помню. Вот пидораски, а! Так, вот сейчас точно в город надо. Перед решающей битвой. И что же вам от меня нужно? Ну хуя я шлем-то, кстати, починил. И что же это науке неизвестно. Ничего не беспокоит вас? Меня смущает, что можно бы найти получше доспех. И что же вам от меня нужно? Если честно. Давайте время потеряем, сходим к Вирту. 99% уверенности у меня в том, что... у него какая-то хуйня. Но, возможно, у него крутая броня. Но это 1%. Ну-ка, поди сюда. Рвань веков? Вот это броня так броня. Спасибо, блять, мальчуган. Подогнал так подогнал. Рвань веков. Я так называл свою бывшую. Да. Так, собрались. Все, поехали.
А, сейчас нужно вернуться обратно в нашу комнатку, и там начнется потом... Ну, не там в комнатке, а куда нас сейчас перенесет. Там начнется жара, потому что появится архиепископ Лазар. Оставь свои дурацкие подвиги. Все они бессмысленны. Мы найдем способ замолчать или оболгать их. Все, что тебя ждет, ярость моего повелителя. А, блядь, съебываем, блядь! Вот это жесть. Я буду драться с вами один на один. Никаких групповых извращений. Ух, нихуя себе у тебя силище-то, а? Так, чё выпало? Чё выпало? Не вижу. Амулет. И их опознания нет у меня. Так, ну и главный виновник торжества. Ой, ещё одна уникальная пизда какая-то. Ладно, и не на таких управу находили. Сейчас, да, только зелье поставлю. Ты в кого там стреляешь-то, а? В стенку, что ли? Хе-хе. Вот дуралейка, а. Стреляет в стену, а я по ней стреляю. А вот и сам. Кончается здесь, предатель. Ну чё, можно мочить идти Диаблу? Наверное. Хотя не сегодня, наверное. Сегодня можно и отдохнуть после такой битвы. Вниз к дьяволу. Нет, не пойдем мы вниз к дьяволу, мы пойдем расскажем обо всем Кейну. Ваша история весьма печальна, друг мой. Лазар будет вечно гореть в аду за свои чудовищные злодеяния. Тот, кого вы описали, не похож на принца Альбрехта. Но мне кажется, что опасность все еще висит над ним. Символ мощи, о котором вы говорите, это портал в самом сердце лабиринта. Опять я за него прочитаю. Знаешь же, друг мой, то зло, с которым ты борешься, есть никто иной, как сам Черный Повелитель. Смертным людям он известен так же, как дьявол. Именно он был похоронен в мрачных глубинах лабиринта много сотен лет назад. Боюсь, что он вновь возродится и будет сеять хаос в нашем мире. Вы должны пройти сквозь портал и убить его, пока не поздно. Опять я, блядь, кому-то что-то должен. Приветствую, друг мой. Стой и послушай меня. Плюс 26 к магии.
что ей 68 магии требует. Поди ж, да? Ничего не беспокоит вас? Ой, все забил. Все забил зельем. Ну, собственно, нам особо места в инвентаре теперь не нужно. И что же вам от меня нужно? Короче, на все про все, скорее всего, на игру уйдет, ну, 6 часов. Я чувствую, ваша душа ищет ответ. Так, а чё я? Чего я сортирую все? Зачем мне сортировать? Слушайте, а нахуя битву-то откладывать? Она осталась. Немного хронометража не делает же серию в 10 минут. Повоюем сейчас с Диаблой. Нормально будет сейчас все, заебись. Минут 10 уйдет, наверное. Так, ребят, у меня иммунитет к огню, так что вы меня шибко-то не напугаете своими фаерболами. Странно, я прошел всего 10 шагов, у меня уже 4 бутылька, как не бывало. Деньги поднимаю. Сейчас-то они мне зачем? Мне свои-то девать некуда. Как-то резко подошли к концу. Я думал, все растянется надолго. Охватило всего... Всего ничего. Но это вам, да, это вам не Diablo 2. Где целая жизнь пройдет, пока вы дойдете до конца. Так, ну-ка не дрючить меня. Я пришел убивать вашего хозяина. Thank you.
самим дьяволом это будет заморочка, конечно. И там зелья здоровья полетят, как листики с деревьев по осени. Ой, мама дорогая. Тебе и точность 100% попасть не могу. Я прям напряжен, если честно. Давненько я не встречался с Диабло, с моим старым знакомым. Да, блядь, попадай ты! Что ж ты? Ты, блядь, точность 100%. Еще 10 минут, я погорячился, конечно. Вот за углом по-любому кто-то будет. Нет? Да где там твоя бригада? Йоу! А я иду и иду по инерции. Главное не обосраться в битве с самим дьяволом. Потому что обидно пройти такой путь и
Хотя броня у меня, конечно, не самая лучшая. Это немножко обидно, но... Ну, не критично, не критично. О, да еще и новый уровень дадут. Можно живучесть или ловкость покачать. Класс брони увеличить. В конце-то концов. Вот это сейчас не помешает. Эй! Спокойно, спокойно, я записался. Ой, я всех тут убил, что ли? В принципе, ничего интересного сейчас в плане битвы не происходит. Просто ходи себе до мочи. И жди, когда рычажки освободятся. Открывай и продвигайся к главному боссу. А там уж точно будет не до разговоров. Но что меня радует, что у нас в битве с Диабло будет большое преимущество в виде 100% иммунитета к огню. Но это, конечно, не означает, что он будет нас из огня-то поливать. А мы такие только знай из лука стреляй. Нет, он нас будет калечить, но... Но не так, как если бы у нас вообще не было иммунитета к огню. О, пиздец, уровень прям очень вовремя. У меня как раз там здоровье уже на ладан дышало. Блять. Полный доспех, блять, блять. Так, вот теперь пора в город. Так, что я там хотел? Ловкость качать. Да. Вот полный доспех требует 90 сил. Но даже если бы я сейчас на 5 пунктов повысил силу, это бы ничего не решило. И что же вам от меня нужно? Ну так, 10 минут прошло, а я только раздухарился. Ничего не беспокоит вас? Фу, я не помню, чтобы когда-нибудь в последний раз... При Ничего записи летсплея я так волновался. Я нереально сейчас волнуюсь. Помню в 2007 году, когда я снова взялся за Diablo 2, Lord of Destruction, я к тому времени не проходил именно Lord of Destruction. Я просто играл Diablo 2, побеждал Диабло, но до балла не добирался. Так вот... Я снова сел за Диаблу.
уже Lord of Destruction. И когда я победил самого Диабло, по-моему, я играл тогда за друида, играл очень хуёво, и поэтому победа над главным боссом, нашим красноперым, была, принесла мне столько эйфории, что даже не знаю, с чем сравнить. Блять, сколько ж у вас пидоры, а? Чё-то далеко от вас убежал. Самое неприятное, что мы откроем рычаг там, потом откроется вот здесь комната, потом вот там. Ну, в общем, все это очень долгая история и довольно муторная, потому что монстры-то одни и те же. И вот. Остается просто набираться терпения. Да как же ж вас дохуя-то, а? Не, ну на самом деле дохуя будет монстров в локации с самим Диабло. А вот там их будет, да, жопа. Так, ну мы сделали даже не полдела, а одну треть. Отлично. Ой, а ты откуда взялся? Пидрила, блядь. Все-таки это, конечно, счастье, что здесь колдуны не молниями хуярят, а фаерболами. Это реально для нас это спасение. О, так лабиринты-то эти маленькие. Не, все заебись, сейчас все быстро пойдет. Я думал тут монстров, блядь, их убивать, не переубивать. А тут заебись все. Ох, фак. Так, открываем здесь рычаг. Такой же лабиринт проходим. Там тоже открываем рычаг. А потом идем и хуярим Диаблу! Fuck yeah! Возможно, даже бутыльков на это все дело хватит.
Хотя, не факт. Есть такая способность магическая, заглядывать за стены. Так вот, если ее включить рядом с вот этой стеной, ну, на карте я показываю, да? Там будет пиздец, как много колдунов, капец, как много рыцарей, ну и сам дьявол в серединке. Ой, нет, вот сейчас много будет. Я думал, здесь такой же маленький... Сэр Гураж. Не такой уж ты и сэр. Я тебя вынес, сэр Гураж. А чё, из тебя ничего не выпало, что ли? Тьфу ты, шо ты за босс такой? Хуёвый. Да и сдох ты, блядь. Не по-человечески. Давайте за мной, братцы. Блять, опять этот косяк игры, когда я вроде стреляю во врага, я попадаю в стену. Нет, все-таки быть лучницей охуенно. И охуенно умная ракетчица. Ставь лайк, если знаешь, откуда эта фраза. Ох, вас там все-таки дохуя, я чувствую. Я вас ненавижу и не боюсь. Так, ну вот он, рычажок счастливой жизни. Ну, в смысле, к дьябле. Правда, бутыльков-то мало осталось. Так, ну что, мое сердце бешено колотится, и я готов надрать задницу красному таракану. Так, или не готов? Так, чё-то не открылся пока портал. Да, камон! Чё произошло? Я ж нажал рычаг? Или нет? Ну, нажал.
А, или там еще один рычаг. Да, вот он, рычажок еще. Господи, я уже думал опять. Вот, другое дело, все. Все, пизда. Хвостатому. Ну или мне пизда. Сейчас посмотрим. Сейчас узнаем. Так, где там красный таракан? Ой, ёбана. Да-да-да, вот он. Пидурас хвостатый. Я его узнаю по почерку, блять. А, ебаная тварь. Да-да-да-да-да-да-да, таракан. Это твой почерк, мать твою. Ай, да ладно, дай мне портал наколдовать. Фу, ну хоть в город дал зайти, пидорас. Так, что мне делать, что мне делать? И что же вам от меня нужно? Так мы долго не протянем. Ничего не беспокоит вас? Беспокоит. А, смотрите, он щемится, кстати. Так, дружок, погоди. А-а-а, блядь! Ладно. Да ну нахуй. Два раза уже убил. Два раза я сдох в игре, и оба раза от... Угадай кого, блядь. Где, блядь? Но даже наколдовать не дал. Вот гандон. Вот ведь... Красномордый дьявол. Сейчас. Не дает повоевать, вот урод, а. А я было понадеялся, что я его все-таки замочу. Не получилось, ну и ладно. Thank you.
Так, ну уже шансов гораздо больше, потому что мы успели его немножко покалечить. И он нас, конечно, но у нас шансов больше, потому что мы умеем сохраняться и загружаться. Да, это точно будет самая длинная серия. Я чувствую, ваша душа ищет ответ. Чего скрывать, я тут представляюсь мальчиком для битья, ну или девочкой в данном случае. Но я все равно победю в конце концов, рано или поздно. Рано или поздно. Давай, 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 таракан, давай, 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 давай. Предчувствие, что это будет наш последний заход. Скорее всего, меня предчувствие обманывает. Но хочется верить, что все-таки наоборот. Фак, я не обманула предчувствие. Не обманула. Пизда, дьябле. Камень душ у вас во лбу горит адским огнем, и его темное свечение застилает вам глаза. Кровь стекает по вашему лбу, а в мозгу звучат крики навеки проклятых душ. Вы сделали то, что должны были сделать. Сама сущность дьявола пока под контролем. Молитесь, чтобы вам удалось сдержать демона и не дать ему боли. Хотя ваши силы возросли неизмеримо, но все же влияние дьявола весьма ощутимо. Теперь настало самое время отправиться в древние страны Дальнего Востока, лежащие за пустынями Муврахана. Может быть, там вы найдете ответ на все вопросы или спасение. Конец. Вот, вот так вот, дорогие друзья, Диабло я прошел, но Диабло 2 я проходить не хочу, если честно, это будет реально, это будет, блядь, долгая история, это мне на 2 года хватит прохождения, поэтому пока нет, я буду проходить коротенькие игры типа Диабло. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось, еще раз извините меня за тот косяк с пропущенной серией, я не совсем виноват. Все, я пошел, то мне уже спать пора. Я задержался, все-таки на работу вставать. Давайте, чао, пока.